Всем привет! Ну что, ребят, сегодня у нас будет последняя битва гильдии Некрылом, таким, каким он был. Завтра у нас уже его обновят, и он будет просто там тащить все и вся. А сегодня мы побегаем еще старым нашим Огнекрылом. Потрешуем, посливаемся. Шанс слева, как обычно, будет минимальный. Так, собираем всех ударников. Так. Поставим слона сюда. Так, есть. Бигфут. Вот такой у нас Бигфут будет. Уберем тут руны, поставим психощит. Так, Бигфут собран. Ворожей. Поставим ему оживу. Так, Некрос. Ставим Некроса с оживой. Так, а рунами. Поставим исцеление. Попробуем такого Некроса использовать. Так, ему мы поставим вот так вот. И у нас остался Фрэнки, да? Так, да, Фрэнки вроде остался. Вместо Фрэнки поставим Повелителя Бури. С грубой силой. В топор. Так, смотрим. Бигфут есть. Ну все, поехали. Вроде собрали всех. Так, ЮА 348, 400, 350. Это вообще мало. Вот вам, как обычно, шанс слева минимальный. 60, 70, 70. Красавчики. Поехали. Так, что тут у нас? Фрей отдельно стоит, стрелок отдельно. Окей, будем пробовать Фрей вытаскивать. Поехали Бигфута. Так, стрелка надо. Все, Бигфут у нас слился. Ну, как-то. Очень странный деф, я вам скажу. Смотрите, мы стрелка и ворожая просто обезвреживаем. 68%, конечно, я не посмотрел. Сейчас можем слиться. Застряли мы на Фрейе. Ну, давайте добьете уже ту Фрейю, сколько можно. Вот так вот ее. Ну все, Фрейя ушла отдыхать. Сейчас будем. Вот видите, Некрос вражеский загрелся на вертолетика вообще. Вот все, 990. Так, отлично. У нас только этого убили. Бигфута получается. Поехали, следующий топ. Зубной фей. Так, что тут у нас? Афина снизу, Фрейя наверху. Так, Огнекрыл. Ну, попробуем. Давайте начнем с Фрейи. Забор ломается. Жесть.
Вот это интересней. Смотрите, как мы их посливали. Это уже интереснее намного. Ну, давайте попробуем. Попробуем снизу забежать. Посмотрим, что из этого получится. Сразу сольем ворожая вражеского, чтобы не давал подхил. Ну, все, низ, видите, слабенький очень получился у зубного фея. А вот сейчас на фрейме мы можем просто жестко обосраться. Ну, вот стоит ожива на огне крылья. В принципе, то, о чем я и говорил. Но повыбивали мы все-таки зубы зубной фей. Фей-фей, я не знаю, как назвать. Другие, понятно, какой-то нестандартной ориентации, походу. Гильдия другие, зубной фей. Обычно фея, короче, какие-то. Не буду говорить, кто, вы сами поняли. Так, отлично, 333 прошли. 350. Что тут у нас? Опять та же самая ошибка. Фрейя стоит с краю. Начинаем с бигфута. И Фрейя просто улетает. Отлично. Ну, как видите, вообще без проблем. Так, кто там? Ну, ни о чем, в общем. Это больничка. Отправили человека в больничку. Походу, где-то с психушки сбежал. Не знаю. Такую расстановку делать в таком топе. Бред полный. Так, отлично. 350 прошли. 325. 332. 333, 347. Так, что тут у нас? Ну, опять же, делаем то же самое. Запускаем. Вот так вот пробуем. Пробуем вытащить. Ничего себе. Ну, ничего себе. Смотрите, что делается. Вот так вот даже. Окей, пробуем с бигфута, значит. Пусть заряжают. Ничего себе, ушатали сразу. Вот сволочь. Вот так сволочь. Так, стрелок Анубис. Ворожай наверху. Ну, значит, попробуем отсюда забежать. Да, завтра, конечно, если будет. Так, смотрим. Фрейя мешает. Вот, кстати, интересная расстановка Фрейя сбоку. В принципе, возможно, что-то интересное новое. К ней так просто не подойдешь. Ну, конечно, Минотавром тут будет запросто осилить. Так, давайте эту сюда кинем. Вот так вот попробуем. А, у меня ее сливают. Надо же ворожаю. Давайте ворожаю. Ремку поставим сразу. Чтобы он сразу давал хил. Так, ворожей. Ставим ремочку. Из-за этого Фрейя сливается, в принципе. Так, события. Побежали. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успел. Шатает Фрейя. Ты смотри. Какая жесткая тетка. Сейчас юнитов больше. Самое главное сейчас добраться до Фрейи. Вот мы ее заморозили. Все, она беспонтовая вообще. Смотрите, морозка стан, морозка стан. До свидания, Фрейя. Просто до свидания. Ну а тут уже моя Фрейя просто сейчас будет унижать всех остальных. Ну, что там Некрос может сделать? Вот Макух, мы тебя пустили на прикормку. Планктон. Хотя гильдия с Украины, ребята, наверное, с Украины, но ник все равно смешной. Макух. Так. Отлично. Ну, идем последнего топа бить. Не знаю, бить, унижать. Уже, в принципе, вся игра унижение. Так, события, битва гильдий. Других мы обойдем. Там какие-то нестандартные ориентации. Ребята, непонятно. Так, ну а тут вообще что-то непонятное.
В принципе, понятные. Поехали. Опять Фрея, как видите, сбоку. Мы сразу же ее стараемся застанить, заморозить. Просто чтобы ее слить моментально. Вот все, Фрея ушла. Ну а если Фрея ушла, ушли все герои отдыхать. Вот смотрим дальше. Та-та-та-та-та-та. Вот так вот. Вот такая вот битва гильдий. Злит, злит, слит. Я бы так сказал. И что мы имеем? 4995. 5. Чуть-чуть. Не дали до пятерочки дотянуть, как обычно. Ну, слабенькие противники сегодня. Что у нас по очкам? 4200 ближний у меня. Зубной фей 4600. 4300. Ну, самое главное, что шанслива минимальный балл. Вот, ребят, вот такой вот у нас был Эхникрел. Завтра уже у нас будет, точнее, сегодня уже будет обнова. И его пофиксят, усилят, и это будет жопа. Какая жопа, вы увидите, в принципе, вы уже видели, но я покажу уже это на основе. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем пока.